Наталья Проскурякова – заслуженный мастер спорта России, двукратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка России по бодибилдингу. Закончила Тюменский государственный университет. В настоящее время преподает здесь в Институте физической культуры. Является депутатом Тюменской городской думы, а также известна тюменцам как организатор и активный пропагандист спорта и здорового образа жизни. В декабре 2015-го Наталья Проскурякова наделена почетным статусом посол ГТО Тюменской области. Проект реализуется в рамках мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», программной и нормативной основы физического воспитания населения, нацеленной на развитие массового спорта и оздоровление нации. Одна из главных задач послов ГТО – популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения.